Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج میں پھر صحابہ مسیح علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحيم. Сегодня говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Я снова расскажу несколько случаев из жизни сподвижников обетованного Мессии, мир ему, свидетельствующие об их мужестве и смелости после того, как они приняли Ахмадият. Эти события также свидетельствуют о том, насколько глубоко они старались понять ислам и священный Коран. И когда они поняли это и приняли обетованного Мессию мир ему, они мужественно переносили любые трудности на этом пути. В реестре рассказов сподвижников обетованного Мессии мир ему собраны события на различные темы. И я, говорит Хазур, время от времени буду о них рассказывать. Сегодня я расскажу несколько событий из жизни сподвижников обетованного Мессии мир ему, свидетельствующие об их смелости и храбрости. Миан Абдул-Азиз, известный как Мугал Сахиб, передает: «Я и Аюб Бек пришли в дом Маулви Абдуллы Тонки, и Мирза Аюб Бек Сахиб спросил у Маулви Абдуллы Тонки Сахиба, почему вы объявили нас и нашего господина, обетованного Мессию мир ему, кафирами?» Маулви Сахиб был профессором арабского языка в Ориентал-колледже, и он тоже подтвердил своей подписью фетву о куфре обетованного Мессии мир ему. В ответ на вопрос Мирзы Аюббека он ответил: «Потому что Маулви Гулам Дастагир Касури, Маулви Мухаммад Хусейн Баталви, Маулви Назир Хусейн Дехлеви, Маулви Абдуль Джабар Газнави подписали эту фетву. Поэтому и я подписал ее». После этого Хазрат Мирза Аюббек очень смело сказал ему: «Если все попадут в ад, вы тоже попадете в ад». После этих слов он сказал: «Я совершил ошибку. Я не читал книг Мирзы Сахиба». И после этого мы принесли ему домой все книги обетованного Мессии мир ему, которые были изданы в то время, и сказали ему: «Мы даем вам эти книги на 3 месяца, прочитайте их.
Через 3 месяца мы пришли к нему, и он сказал им: «Вы дети, и пока вы не можете понять того, почему я подписал эту фетву». Мирза Аюб Бек сказал ему: «Я уже бакалавр, и если вы хотите выучить английский язык, то можете учиться ему у меня. А если я буду нуждаться в арабском языке, то я буду учиться ему у вас. А если мы, в соответствии с вашими представлениями, являемся детьми, то с детей не спрашивают строго. Вы можете изложить на бумаге свои аргументы». После этого мы ушли, и спустя какое-то время мы пришли к нему в третий раз, и в этот раз мы взяли с собой тестя Хваджи Камалуддина, Раджбуддин Сахиба, который был уже пожилым человеком, и если бы Маулви Абдулла Сахиб снова сказал нам, что мы дети, то мы бы представили ему Раджбуддин Сахиба. В этот раз Маулви Абдулла Сахиб начал разговор с Раджбуддин Сахибом о том, что хорошо, что мусульмане открыли магазины по продаже муки и глиняной посуды. Хазур поясняет, об этом событии написано, что оно произошло после смерти Лехрама. Аюб Бек Сахиб, взяв за руку Маулви Абдулла Сахиба, сказал: «В судный день, также держа Маулви Абдулла Сахиба за руку, стоя перед Аллахом, я скажу: «О Аллах, мы 3 раза приходили к нему домой, и он так и не объяснил нам, почему он считает нас кафирами». Маулви Абдулла в ответ на это сказал: «Я этого не боюсь». Услышав это, Аюб Бек сказал: «Если вы не боитесь Всевышнего Аллаха, то я вам больше никогда в жизни не скажу ассаламу алейкум». И после этого мы ушли. И Мирза Аюб Бек всю свою жизнь выполнял это обещание, и я, написал Миам Абдуль Сазиз Сахиб, тоже выполнял это обещание до смерти Маулви Абдуллы. Это упрямство людей, считающих себя учеными, продолжается с того времени до сегодняшнего дня. Они не читают книг обетованного Мессии мир ему, или читают какую-то часть книги и начинают выдвигать возражения. Или, услышав возражения других людей, они тоже начинают возражать обетованному Мессии мир ему. И в наше время в сообщениях из арабских стран пишется, что даже арабы, совершенно не размышляя, говорят: «Если муллы Пакистана единогласно объявили вас кафирами, неверующими, то зачем нам размышлять над этим? Значит, вы кафиры». То есть, процесс обвинения в неверии продолжается с самого начала Ахмадията и до сегодняшнего дня. Хазрат Мунши Кази Махбуб Алам передает: «После нескольких дней отсутствия в школе, на 4-й день, когда я пришел в нее, один человек по имени Мирза Рахмат Али из города Доска, который был из числа руководителей организации по поддержке ислама, он подозвал меня к себе и спросил: «А где ты был 4 дня?» Я ему честно сказал: «Я ездил в Кадьян». Он спросил меня: «Ты дал обет верности обетованному Мессии, мир ему?» Я сказал: «Да». Он сказал: «Никому не говори об этом. Я тоже мусульманин Ахмади. Я дал обет верности, но я никому не говорю об этом, чтобы люди не притесняли меня». Тогда я сказал ему: «Я не буду держать это в тайне, что бы ни произошло со мной». И я сказал нашему учителю священного Корана и хадисов, господину Зайнуль Абидину, который был племянником Маулви Гулам Расула из Килья, что я стал мусульманином Ахмади. Это очень рассердило его, и он стал относиться ко мне очень сурово и говорил: «Тот, кто уверовал в Мирзу Сахиба, тот отказался от всех пророков». Он часто говорил мне: «Покайся и разорви свой обет верности». Но я всегда отвечал ему:
начиная говорить с ним на тему жизни и смерти Иисуса, мир ему, опираясь на священный Коран, но он никогда ничего не отвечал мне и с еще большим ожесточением начинал противодействовать мне. Доходило до того, что когда он вел занятия, он говорил, обращаясь ко мне: «О, Мирзаи, встань на свою скамью и стой!» И я, выполняя его приказ, вставал на скамью и спрашивал его: «В чем состоит моя вина?» Он отвечал: «Твоя вина в том, что ты Мирзаи и кафир». Я некоторое время терпел его издевательства, но однажды мне в голову пришла мысль: а почему бы мне не пожаловаться ректору по имени Хаким Али, который был новообращенным мусульманином, и сказать ему, что меня подвергает издевательствам и даже бьют только за то, что я стал мусульманином Ахмади. А после того, как я рассказал об этом ректору, то он подписал приказ, что ни один учитель не имеет права наказывать ученика из-за разногласий в религиозных вопросах. После того, как вышел этот приказ, Маулви Зайнуль Абидин и другие, подобные ему учителя, ослабили свои притеснения. Похожие на эти события столетней давности и сегодня происходят в Пакистане, и к детям мусульманам Ахмади относятся так же, как и 100 лет назад. Так, несколько дней назад, говорит Хазур, я получил письмо одного школьника, который имел хорошие оценки, благодаря которым он был принят в колледж. Но когда он пришел, чтобы оплатить свою учебу, руководители колледжа, которым стало известно, что он является мусульманином Ахмади, спросили его: «Ты Ахмади?» Он ответил: «Да». Они сказали: «Забери свои деньги и уходи. Мы аннулируем твое поступление, и чтобы мы больше никогда не видели тебя здесь, иначе мы переломаем тебе ноги». Также несколько дней назад, говорит Хазур, ко мне пришло письмо одной девушки, которая очень хорошо училась, и у нее были хорошие оценки. И если раньше в анкете, заполнение которой необходимо для продолжения учебы, наши дети писали «Ахмади», и у них был выбор, то сейчас их лишили выбора, поставив в анкете вопрос о религиозной принадлежности следующим образом: «Мусульманин – мусульманка» или «Не мусульманин – не мусульманка». После того, как наша девушка 2 или 3 раза попросила их взять ее анкету и сказала, что из 2 вариантов – «мусульманка» или «не мусульманка», я выбрала вариант «мусульманка», они сказали: «А в таком случае подпишите декларацию. В этой декларации обетованный Мессия, мир ему, ругается скверными словами. И в том случае, когда мы отказываемся подписать эту декларацию, они аннулируют наше поступление». Вот таким притеснением продолжает подвергать учащихся мусульман Ахмади, даже имеющих очень хорошие оценки. Если в предыдущем случае ректор проявил справедливость и своим приказом прекратил издевательства над учащимися мусульманами Ахмади, то сегодня в Пакистане несправедливость творится с опорой на государственные законы. И подобных событий происходит очень много. Наших учащихся притесняют, но вместе с этим укрепляется их вера. Господин Хазрат Махр Гулам Хасан рассказывает о том, как он дал обет верности. В то время, когда мы вместе с Малви Файзидин Сахибом сидели в одном месте, туда пришел человек по имени Рахим Бахш из касты Дарзи, шьющих одежду. И он сказал: «Я испытываю беспокойство». И когда я спросил его, в чем причина его беспокойства, он сказал: «Хамид Ша, этот подобный ангелу Божий человек, которого хвалят и мусульмане, и индусы, сегодня совершил большую ошибку. Он сказал своему дяде Умару Шаху: „О, дядя, что вы думаете о сыне Марии?“ Он ответил: „О, сынок, моя вера состоит в том,
что он пребывает живым в небесах. И в какое-то время он снизойдет для исправления народа Мухаммада. Хамиджа сказал: «О мой дядя, с сегодняшнего дня вы не можете быть моим имамом, потому что, во-первых, вера в то, что человек может быть вечно живым и бессмертным, это вера многобожников. И эта вера оскорбляет вождя вселенной, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Потому что, согласно ей, в то время как он похоронен в земле, Иисус, сын Марии, мир ему, вознесен на небо». В ответ на это Умар Шах Сахиб сказал: «Хорошо, сынок, ты встань впереди, а я встану за тобой». Рахим Бахш сказал: «Услышав их разговор, я сказал: Молви Сахиб, я поверил, что Иисус, мир ему, умер, потому что если он жив, то это будет противоречить единобожию. А не думайте, что я Ахмади, но эти слова Мирзы Сахиба очень правильны. Я никогда не смогу принять это оскорбление Мухаммада, посланника Аллаха. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Молви Сахиб закрыл мой рот своей рукой, а я спросил его: «Молви Сахиб, почему вы не даете мне говорить?» Он сказал: «Если то, что Иисус, мир ему, умер, стало вашей верой, то не надо проявлять при этом такую страсть». «Хорошо, вы верите в это, но ведите себя спокойно и не распространяйтесь об этом». Рахим Бахш сказал ему: «Молви Сахиб, как только я выйду из мечети, я громко объявлю людям, что вера в то время, как Мухаммад, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, похоронен в земле, а Иисус, мир ему, пребывает живым на небесах, это является оскорблением Мухаммада, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И моя душа никогда не примет это». И придя домой, Рахим Бахш объяснил своему отцу и старшему брату Гуламу Хусейну, который в настоящий момент является амиром Ахмадийской мусульманской общины, Ариф Вала. Он объяснил ошибочность веры в то, что Иисус, мир ему, пребывает живым на небе. Услышав мои слова, они оба пришли в ярость и назвали меня даджалом, проклятым и многими другими оскорбительными словами. А я подумал о том, что завтра мулы нападут на меня. И ночью я отправил своего слугу пригласить ко мне домой того мусульманина Ахмади, которому утром мы не разрешили войти в мечеть. Хазур поясняет: он еще не стал мусульманином Ахмади, но рассказывает о своей вере. Далее он пишет: «Я подумал о том, что моя вера рассердила моих родителей и моего брата. И муллы тоже будут преследовать меня, и по этой причине я пригласил к себе того мусульманина Ахмади, которого мы выгнали из мечети. Я спросил его: а Мирза Сахиб представил какие-то доказательства смерти Иисуса, мир ему, или он просто сказал об этом? Он сказал: он представил 30 аятов, свидетельствующих об этом. Я с удивлением сказал ему: мы днем и ночью читаем священный Коран, но мы ничего не знаем об этом. Приведите хотя бы один аят. И тогда он прочитал 118-й аят суры Аль-Майда: «Когда ты упокоил меня». А я сказал: «Теперь я удовлетворен, и никакой мулла не сможет сбить меня». Во время молитвы Фаджр к моему брату подошли Молви Гулам Хасан и Молви Файзидин, и еще 2-3 человека. А в это время я стоял рядом с дверьми мечети. Молви Гулам Хасан спросил брата: «Почему ты стал врагом Иисуса, мир ему?» Он ответил: «Молви Сахиб, почему я стал ему врагом?» Он сказал: «Ваш брат говорит, что он поверил в смерть Иисуса, мир ему». Я спросил его: «Молви Сахиб, что делать, если он, Иисус, мир ему, сам говорит о своей смерти, а и вы подобно свидетелю, который активнее истца?» Молви Сахиб сказал: «Где написано, что Иисус, мир ему, сам сказал о своей смерти?»
Я сказал в священном Коране. Он сказал, в каком Коране? Который сделал Мирза Сахиб? Я сказал, молви Сахиб, говорите разумно. Вы нападаете на Бога. Потому что Всевышний Аллах говорит, что никто не сможет привести ничего подобного священному Корану. А вы говорите, что Мирза Сахиб сделал священный Коран. Поразмыслите над этим. Молви Сахиб снова спросил, где это написано. Я прочитал 118-й аят суры Аль-Майда. И тогда Молви Сахиб сказал брату, «Я научу тебя одному способу спасения своей веры. Не разговаривай с этими неверными Ахмади. Другого способа нет». Не только не разговаривай с ними, но даже не смотри им в глаза, потому что это тоже повлияет на тебя. Всегда помни об этих двух вещах, и тогда ты сможешь спасти свою веру. Тогда я сказал ему, молви Сахиб, именно таким образом проявляет себя истина и оказывает действие на людей. И то, что вы рассказываете, и является признаками истины. Молви Сахиб ушел оттуда, мой брат, который был противником Ахмадията, уехал в Найроби. А я дал обет верности и объяснил смысл своей веры своему отцу и своей жене. А мой брат понял суть этой веры, когда он приехал в Найроби. Вернувшись из Найроби через 10 месяцев, он дал обет верности и вступил в лоно Ахмадията. И сейчас, по милости Аллаха, в нашем квартале от 100 до 150 мусульман Ахмади. Сегодня противники Ахмадията говорят людям то же самое. Не разговаривайте с Ахмади и не смотрите им в глаза. И это происходит не только сегодня. То же самое говорили и 1400 лет тому назад, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, объявил о том, что он является посланником Аллаха. Вспомните известное событие хазрата Туфейля бина Амр Доси, который рассказал, «Когда я приехал в Мекку, то курейшиты сказали мне, «Ты почтенный и уважаемый вождь своего племени и умный человек. Ты приехал в наш город, и мы хотим предупредить тебя, что один человек из нас заявил о своем притязании на пророчество, и этим он разделил нас. В его словах есть колдовство, которое разделяет отца с сыном, брата с братом и мужа с женой. Мы боимся, чтобы вы и ваш народ, услышав его слова, не стали таким же, как и мы. Поэтому не разговаривайте с этим человеком и не слушайте его». Они так настойчиво и убежденно говорили мне об этом, что я решил, что никогда не буду слушать его. И даже когда я зашел в мечеть Кабы, чтобы не слышать его слов, я положил хлопок в свои уши. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в это время был погружен в молитву, и я встал рядом с ним. И по предопределению Всевышнего Аллаха, я услышал некоторые его слова, которые мне очень понравились. В своем сердце я сказал курейшитам, «О горе вам! Вы мудрые и умные люди! Среди вас есть хорошие поэты, и вы можете отличить хорошее от плохого. Вам нужно было выслушать этого человека, и если он говорит хорошие слова, то поверить ему, а если плохие, то не принимать их». Я стоял рядом со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним до тех пор, пока он не закончил свою молитву. И когда он пошел домой, я последовал за ним. И когда он вошел в свой дом, я зашел за ним и с большим уважением спросил, «О Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним! Ваш народ сказал мне про вас такие-то вещи и так напугал меня, что я даже положил хлопок в свои уши, чтобы ваши слова не дошли до меня. Но по предопределению Всевышнего Аллаха, я услышал некоторые ваши слова, которые мне очень понравились». И поэтому я хочу послушать вас. Святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, рассказал мне об истине и почитал мне священный Коран. Я сказал, клянусь Аллахом, я никогда не слышал слов прекраснее и правильнее, чем эти. И я прочитал шахаду и принял ислам. Таким образом, это является давней традицией противников истины. И если совершается колдовство, то это делают противники пророков, но никогда этого не делают пророки. Всевышний Аллах приводит в священном Коране доказательства того, что колдовство никогда не преуспевает.
Но если они думают, что преуспеет колдовство, то согласно Священному Корану, это не является колдовством, а истиной, которую им следует принять. Хазрат халифа Нуруддин Сахиб из Джамму пишет: «Я целый год объяснял Абдул-Вахиду Газнави суть притязаний Мирзы Гулама Ахмада, и однажды он сказал мне: «Улемы приняли фетву о неверии Мирзы Сахиба». И я сказал ему: «Улемы приняли фетву о неверии и твоего отца». После этого он сказал об одном молви, кажется, молви Мухаммад Лакоки, что он тоже получает откровение, и он напишет ему письмо и спросит его, каково повеление Бога относительно притязаний Мирзы Сахиба. Через месяц он получил письмо этого молви, и в нем было написано, что он помолился и получил ответ на его вопрос. Хазур обращает наше внимание. Послушайте ответ этого молви. Там было написано: «Ответ, который я получил от Бога, следующий. Мирза Сахиб является кафиром. В это время я находился в Бадарвахе по делам бизнеса, и когда я вернулся в Джамму, то мне дали это письмо, и когда я прочитал его, то я понял, что из него следует, что тот Бог, который дал это откровение этому молве, является, упаси Аллах, очень трусливым Богом, потому что он называет Мирзу Сахиба кафиром, и вместе с этим он называет его Сахибом, господином, словом, которое употребляется по отношению к уважаемому человеку. Можно ли доверять такому трусливому Богу?» Вот такие доказательства истинности обетованного Мессии и Махди, мир ему, извлекали первые мусульмане Ахмади из таких простых вещей. Хаким Абдус Самад Хан, сын Хакима Абдул Гани из Дели, пишет: «Я дал обет верности в 1905 году, а в 1891 году я изучал тафсир Джалалейн у одного молви. Мы с ним дошли до аята: «О Иисус, воистину я, приводящий тебя к смерти и возвышающий тебя степенью к себе». Сура Али-Имран, аят 56. В тафсире об этом аяте было написано: «Я, возвышающий тебя с земли, не причиняя смерти». Я удивился, откуда появились слова «не причиняя смерти». Это тафсир текста Священного Корана или противоречие тексту Священного Корана? Я размышлял над этим до 2 часов ночи. В это время проснулся мой отец, и он спросил меня, по какой причине я до сих пор не сплю. Я ему все рассказал. Он сказал мне: «Сынок, для этого существует учитель. Завтра утром иди к Малви Сахибу и реши эту проблему». Утром я пошел к Малви Сахибу и рассказал ему обо всем этом. Малви Сахиб сказал: «Сынок, всем первым и последним мусульманам приходит это самое впечатление. Не спорь с этим. Это верование существует с самого начала ислама, поэтому прекрати эти разговоры». Но я сказал ему: «До тех пор, пока я не пойму этого аята, я не пойду дальше». Это очень рассердило его, и он вызвал к себе моего отца. Мой отец сказал ему: «Я отправил его к вам учиться, вы являетесь его учителем, и он вашим учеником. Вы лучше знаете, как следует учить его. Я не буду вмешиваться в это». Сказав это, мой отец ушел, и Молви Сахиб снова стал говорить мне: «Читай и учи дальше». Но я сказал ему: «Пока вы не объясните смысла этих слов, я не могу читать дальше». Это очень рассердило Молви Сахиба, и он ударил меня и сказал: «Ты безумен, как и Мирза Сахиб». Я очень удивился его словами. Я не знал, кто такой Мирза Сахиб, и до этого никогда не слышал вести обетованного Мессии, мир ему. Хазур поясняет: он удивился, услышав незнакомое ему имя Мирза Сахиб. И в своем сердце я подумал, что так думаю не я один, и есть другие люди, которые думают так же, то есть мои мысли имеют под собой какое-то основание, и я не потерял напрасно времени. Я сказал ему: «Молви Сахиб, пока вы не объясните мне смысл этого аята, я не пойду дальше. Это относится к делу веры. А в вере нет принуждения. Сегодня вы ударили меня один раз, чтобы я принял ваше верование. А завтра какой-то другой молви ударит меня 2 раза и заставит меня принять прямо противоположное верование. А послезавтра кто-то другой ударит меня 3 раза и заставит меня принять совсем другое верование. Разве это шутка?
Я не буду читать дальше, пока я не пойму этого места. Хазур поясняет. Отсюда стало ясно, что первые мусульмане Ахмади не принимали на слово каждое верование, а глубоко изучали его, прежде чем принять что-то. Далее он пишет, мы спорили с ним до 11 часов вечера, но я так и не стал читать дальше. На следующий день вечером я пошел к другому учителю, и этот учитель тоже сказал, ты безумен, как и Мирза Сахиб. Хазур поясняет, то есть ты говоришь и приводишь такое же значение этого аята, как и обетованный Мессия мир ему. Далее он пишет, после этих слов мое сердце еще более укрепилось в этом веровании, и я понял, что мой аргумент не является слабым. Затем я пошел к третьему учителю по имени Малви Абдуль Вахабу, который сказал, что это большой разговор, и есть человек, который утверждает, что Иисус, мир ему, умер, и он претендует на то, что он является тем Иисусом, пришествие которого ждут люди. Я сказал, что первое я уже понял, и мне надо узнать о втором. Я поехал в Пенджаб и прожил там 22 дня, и узнал, что у Мирзы Сахиба есть хороший ученик по имени Маулана Нуруддин Сахиб, который является очень известным знатоком ислама. Я прослушал многие его лекции на религиозные темы, и самые известные богословы не смогли опровергнуть его аргументы. Но он не сказал о своем обете верности обетованному Мессии мир ему. Хазур поясняет, этот Маулви Сахиб дал обет верности обетованному Мессии мир ему, но он не сказал об этом этому юноше, потому что он боялся притеснений. Он сказал мне, не говори громко, чтобы не услышал Маулви Абдуль Гафур. Хазур поясняет, значит там, рядом с ним находился какой-то другой Маулви, не Ахмади. Я сказал ему, что этого я не боюсь. Я не могу скрывать истину. Моя учеба у него продолжалась до начала 1905 года. В это время в Дели приехал Хазрат Сахиб, то есть обетованный Мессия мир ему. И он остановился в большом доме Алиф Хана Сахиба, торговца чернилами. Тысячи людей пришли, чтобы увидеть обетованного Мессия мир ему, в том числе и я. Но я пришел вместе с муллами, противниками Мирзы Сахиба. Наша группа в основном состояла из учащихся. Ее руководителем был Малви Муштак Али Сахиб. Он начал выдвигать возражения против Хазрата Сахиба, обетованного Мессией мир ему. Обетованный Мессией мир ему сказал, «Постойте, не уходите!» И, взяв бумагу и ручку у Малви Мухаммад Садык Сахиба, написал короткую статью и передал ее Малви Муштаку Али, чтобы он прочитал ее и сказал, что если ему что-то непонятно, то он может спросить у него, и после этого пусть он напишет свой ответ на эту статью. Хазур поясняет, обетованный Мессия мир ему там же написал короткую статью и передал ее этому Малви, который не был мусульманином Ахмади, и сказал, что если ему что-то непонятно, то он может спросить у него, и затем пусть он напишет свой ответ на его статью. Обетованный Мессия мир ему сказал этому неахмадийскому Малви, сначала прочитайте людям мою статью, а потом свой ответ. Но Малви Сахиб сразу начал читать статью обетованного Мессия мир ему, не написав свой ответ. Обетованный Мессия мир ему сказал, было бы хорошо, если бы вы написали свой ответ, чтобы не терять времени, но он сказал, нет, я отвечу устно. После того, как он прочитал статью обетованного Мессия мир ему, он долго стоял молча и не знал, что ему ответить. Кто-то из студентов сказал, если бы мы знали, что вы не сможете ответить, то мы не выбрали бы вас своим руководителем. Вы нас опозорили. Этот Малви Сахиб ударил этого студента, в ответ тот ударил этого Малви. Но муфти Мухаммад Садык Сахиб, увидев, что произошло, вмешался и разнял их. После этого обетованный Мессия мир ему начал свое выступление, во время которого некоторые люди подняли шум. Тогда мусульмане Ахмади окружили обетованного Мессия мир ему, но этот круг оставался незамкнутым, и в нем еще оставалось место. И я встал на это место. Хазур поясняет, в это время он еще не был мусульманином Ахмади. Он продолжает свое повествование. Но Акбар Хан Сахиб, который был мусульманином Ахмади, вытолкнул меня из этого круга, подумав, что я являюсь противником обетованного Мессии мир ему. Но спустя какое-то время я снова встал в этот круг. В это время в моем сердце зародилась любовь к обетованному Мессии мир ему. И поэтому мне захотелось встать в этот круг, чтобы никто не смог причинить ему вреда. Но Акбар Хан Сахиб снова оттолкнул меня. Увидев это, Малви Нуруддин Сахиб, будучи первый халиф обетованного Мессии мир ему, спросил его,
«Почему вы толкаете его?» Он ответил, «Потому что он противник обетованного Мессии». Молви Нуруддин Сахиб сказал, «Разве вы раскрыли его сердце? Позвольте присоединиться к нам тому, кто хочет это сделать». После этого Молви Чамриавала начал выкрикивать ругательства в адрес обетованного Мессии мир ему, а я сказал ему, «О, Чамриавала, прекрати, или я вырву твой язык». Но Хафиз Абдуль Маджид Сахиб остановил меня словами, «Нашим людям надо проявлять терпение и сохранять нравственность. Стойте молча». Далее рассказчик пишет, «Хазрат Сахиб сказал, что Всевышний Аллах послал меня в мир, назначив обетованным Мессией. И те люди, которые по причине своего малого знания не могут принять решение обо мне, им следует чаще читать молитву, которую их научил Всевышний Аллах для того, чтобы они читали ее в своей ежедневной пятикратной молитве. Ихдина сират аль-мустахим, сират аль-лазина анамта алейхим. Им следует постоянно читать ее в любом положении, сидя, стоя и передвигаясь. Если они будут читать ее с добрыми намерениями в течение 40 дней, то Всевышний Аллах откроет им истину. С того времени я начал постоянно читать эту молитву, и мне открылась истина уже через несколько дней, когда не прошла даже одна неделя. Я увидел во сне, что в мечети на улице Хамидки сидит обетованный Мессия мир ему. Я хотел подойти к нему, чтобы пожать ему руку, но один слепой молви остановил меня. Я еще раз хотел подойти к нему с другой стороны, но он снова остановил меня. В третий раз я протянул свою руку, чтобы обетованный Мессия мир ему пожал ее. Но этот слепой молви опять остановил меня. Я очень рассердился на него и хотел его ударить. Но Хазрат Сахиб сказал мне, «Не сердись на него и не бей его». Я с глубоким уважением сказал ему, «Хазур, я только хочу пожать вам руку, но он останавливает меня». После этого я проснулся. Утром я рассказал этот сон Миру Касиму Али Сахибу, Молви Махбубу Ахмаду и Кадыр Бахш Строителю. Мир Сахиб сказал мне, «Запиши этот сон», и я записал его, и он сказал мне, чтобы я написал так же, что я считаю свой сон обетом верности обетованному Мессии мир ему. Но Молви Махбуб Ахмад Сахиб, который не был мусульманином Ахмади, сказал, «Ты хорошо знаешь характер своего отца. Если ты сделаешь это, то он не позволит тебе оставаться в своем доме ни на одну минуту». Я сказал, «Меня это не беспокоит». Хазрат Сахиб принял мой обет верности и написал, «Твой обет верности принимается. Если кто-то извергает ругательство в твой адрес, даже величиной с гору, не проявляй своего гнева. Сколько бы ругательств ни произносили в твой адрес, тебе не следует отвечать на них». После этого он снова возвращается к выступлению обетованного Мессии мир ему и пишет, «После выступления Хазрата Сахиба выступил Молви Хаким Нуруддин Сахиб. После того, как он закончил свое выступление, я пожал ему руку. Он сказал мне, «Ты учился чему-то из религии?» Я ответил ему, «Хазур, я изучил Мишкат и Тафсир Джалалейн». Он спросил, «Что ты выучил из фикха?» Я ответил, «Кудури и еще одну книгу». Он спросил, «До какого уровня ты изучил мантык?» Я ответил, «Я выучил несколько небольших книг по мантыку». После этого я пожал руку Хазрат Сахибу и ушел. Когда я вернулся, Молви Абдуль Хаким, который не был мусульманином Ахмади, сказал мне, «Очисть свою руку тряпкой, потому что ты пожал руку Хазрату Мирзе. Твоя рука очистится только после того, как ты сдерешь с нее кожу». Но я, несмотря ни на что, дал обет верности обетованному Мессии мир ему и вошел в лоно Ахмадийской общины. Хазрат Хафиз Гулам Расул Сахиб из Вазирабада написал об одном событии своей жизни. В Вазирабаде есть местечко Саман Рачкан, которое находится на севере Вазирабада, и там есть большой дом, в котором живет семья Раджи Мусульман из провинции Раджори Кашмири. Человек по имени Аллах Вали сказал Радже Атаулу Хану, который был представителем провинции в Кабиле, «Напрасно люди преследуют Гулама Расула». Он ответил, «Ну и что из того?» Хазур поясняет, его преследовали потому, что он был мусульманином Ахмади. Раджи Сахиб сказал, «Позовите ко мне Хафиза Сахиба, пусть он скажет, мы верим в вознесение Иисуса мир ему, как об этом говорится в Коране, и также он пусть расскажет о нисхождении Иисуса на землю, как об этом говорится в хадисах». Об этом было объявлено по всему городу, и тысячи людей, представители всех течений в исламе, собрались в одном месте. «Я знал, что мне надо было сказать, я знал, что мне никто не поверит», — Хазур поясняет. Гулам Расул в то время уже стал мусульманином Ахмади.
Только один человек по имени Хакам Султан Али, который был из моей семьи, мог понять меня. Когда я пришел туда, то Раджа Сахиб обратился к Аллах Вали и спросил: «Это правда, что Хафиз Сахиб верит в вознесение и нисхождение Иисуса?» Я сказал: «Да, конечно. Пусть люди молчат, я расскажу об этом». Среди многих тысяч людей я был там единственным мусульманином Ахмади. И когда они замолчали, я сказал: «Слушайте, люди, когда в священном Коране говорится о возвышении Иисуса мир ему, и в хадисах говорится о его нисхождении, я, естественно, верю в это. И того, кто не верит в это, я считаю неверующим». После этих моих слов люди начали громко кричать и хвалить меня: «Молодец, молодец!» Я посчитал, что у меня появилась хорошая возможность покинуть это собрание, и ушел оттуда. После моего ухода Хакиб Султан Али по нашим с ним договоренности сказал Раджа Сахибу: «Вы все ничего не поняли. Он ушел, пустив вам пыль в глаза. Поэтому позовите его обратно». Несколько человек устремились на мои поиски, и как только я вышел за пределы Самана, я узнал, что несколько человек ищут меня, чтобы схватить и привести обратно. Но я каким-то другим путем добрался до своего дома. Прошла ночь, и после намаза фаджр ко мне пришел гонец от Раджи Сахиба по имени Бабу Фазалдин и сказал, что Раджи Сахиб и другие жители этого района говорят, что твои слова о возвышении и нисхождении Иисуса мир ему не удовлетворили нас. Я спросил: «Что удовлетворит вас?» Он сказал: «Раджа Сахиб и другие люди говорят, пока вы не объявите Мирзу Сахиба кафиром, мы не поверим вам». Я сказал: «Почему я должен объявлять его кафиром?» Он сказал: «Потому что муллы говорят, что он кафир». Я ответил: «Из-за того, что мулла объявляет Мирзу Сахиба кафиром, я тоже называю его кафиром». Хазур поясняет: «В своем сердце он объявил кафирами мулл». Удовлетворившись этим ответом, Бабу Фазлдин ушел, и когда он пришел на собрание, он сказал: «Послушайте, сейчас он объявил Мирзу Сахиба кафиром». После этого Хаким Султан Али Сахиб закричал: «Господин, он снова пустил тебе пыль в глаза. Он назвал кафиром не Мирзу Сахиба, а мулл. Так не пойдет. Снова иди к нему и скажи, чтобы он написал, что он объявляет Мирзу Гулам Ахмада Кадьяни кафиром. Упаси Аллах». И тот снова пришел ко мне и потребовал, чтобы я написал это. За эти 2 дня мое сердце обрело смелость. И я ему прямо в лицо сказал: «Брат, то, что мне следовало сказать, я уже сказал. И это правильно. Я считаю кафирами тех, кто считает кафиром Мирзу Сахиба. Мои слова разочаровали их. Сегодня отчаялись те, которые не уверовали от вашей религии. Не бойтесь же их, а бойтесь меня». Сура Аль-Майда, аят 4. После этого мне начали предъявлять судебные иски по ложным обвинениям. Дошло до того, что даже те люди, от которых я никогда не ожидал обмана, открыто лгали в суде, чтобы причинить мне ущерб. Против меня было выдвинуто много ложных обвинений, но это никогда не беспокоило меня. Не беспокоит и не будет беспокоить. Когда я рассказал обетованному Мессии мир ему об этом событии и о том, что я сказал им, что считаю кафирами тех, кто считает кафиром обетованного Мессии мир ему, он улыбнулся. Обетованный Мессия мир ему сказал мне: «Знайте, утаивание веры тоже имеет определенный предел. То есть сокрытие веры и спасение от пороков имеет пределы. И вы хорошо сделали, что, видя то положение, в которое вы попали, вы спасли свою жизнь от этих порочных людей». Эти события, которые свидетельствуют о проявлении жестокости по отношению к мусульман Ахмади, с целью запугать их и отвратить их от истины, продолжаются и в наше время. По прошествии уже 130 лет после этого. Но, несмотря на все препятствия, караван Ахмадията идет все дальше и дальше. И, иншаллах, если Аллаху будет угодно, он будет идти все дальше и дальше. Повсюду в мире мусульмане Ахмади все больше и больше укрепляются в своей вере и следуют повелению Всевышнего Аллаха: «Не бойтесь их, а бойтесь меня». Пусть Всевышний Аллах еще больше укрепит веру всех членов общины и повысит ее уровень. Сегодня тоже произошел один такой случай. В Пакистане один наш уважаемый мусульманин Ахмади, показав образец твердой веры, стал мучеником. Его звали Чохдри Мухаммад Акрам, сын Мухаммад Юсуфа из города Навабша. «Инна лиллахи ва инна илляхи роджиун». «Воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к нему мы возвращающиеся». Семья уважаемого Чохдри Мухаммада Акрама происходила из селения Гоковаль округа Фейсалабад.
Первым, принявшим Ахмадият в его семье, был его дед, уважаемый хазрат Миян Гулам Кадир, да будет доволен им Аллах, который дал обет верности посредством руки хазрата обетованного Мессии, мир да пребывает с ним. Господин Чоудри Мухаммад Акрам родился в селении Гакаваль округа Фисалабад. Он стал мучеником в возрасте 80 лет. Это произошло позавчера. Он зарабатывал на жизнь, работая вместе со своими братьями и отцом на своей земле в Джульханпуре. В 1960 году они продали землю и переехали в город Навабша. В 2005 году он вместе со своей женой уехал в Австралию, так как там жили его дети. В ноябре прошлого года он приехал в Пакистан, и там произошло это событие. 29 февраля 2012 года он со своим внуком Мунип Ахмадом, сыном уважаемого Равид Ахмада, посетив магазин своего зятя, в полдень вернулись домой. На подходе к дому он был расстрелян двумя неизвестными людьми на мотоциклах, в результате чего он получил сильные ранения, и по дороге к больнице он скончался. «Инна лиллахи ва инна илляхи роджиун». «Воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся». Одна пуля попала в бедро его внука и вышла через желудок, сильно поранив его. Ему сделали операцию, и сейчас он находится в реанимационном отделении больницы. Пусть Всевышний Аллах дарует ему здоровье и исцелит его. После переезда в город Навабша, покойный Чодри Мухаммад Акрам, мученик, помимо ведения своего бизнеса, очень много и долго служил общине. Он в течение 35 лет служил в финансовом отделе общины города и всего округа. Он также служил на посту заместителя Амира Ахмадийской мусульманской общины округа Навабша. Покойный мученик обладал высокой нравственностью, регулярно совершал обязательные молитвы и молитву тахаджуд. Он был очень умным и разбирающимся в любом деле человеком. Люди рассказывали мне, говорит Хазур, что когда он служил в финансовом отделе общины, он лично посещал дома людей, которые сообщали ему о том, что они хотят сделать пожертвование, и не говорил им, чтобы они приходили сами. Получая от них пожертвования, он тут же выписывал им квитанции. Он всегда принимал активное участие в благотворительных делах. Он любил Ахмадийский халифат и с интересом и вниманием слушал проповеди халифа. По словам президента общины округа Навабша, он всегда подчинялся вышестоящему руководству. Президент общины говорил, он был старше меня по возрасту, но всегда относился ко мне с уважением и во всем подчинялся мне. Приехав из Австралии, он попросил меня составить список бедных людей, как из мусульман Ахмади, так и не Ахмади, и всегда оказывал им помощь. В округе Навабша был недействующий Ахмадийский центр. Он обещал оказать финансовую помощь для его строительства после того, как он уедет в Австралию. Но, к великому сожалению, Всевышний Аллах не дал ему это сделать. Пусть Всевышний Аллах даст возможность местной общине достроить центр своими средствами. Он очень сильно желал мученичества. Его сноха говорила, что когда он слышал о мученичестве кого-либо, он говорил, что мучениками могут стать только те, кому это даровано судьбой. Всевышний Аллах выполнил его желание. У покойного Чодри Мухаммад Акрама, мученика, осталось 5 сыновей, 2 дочерей и жена. Все дети, по милости Аллаха, имеют свои семьи. 4 сыновей и 1 дочь живут в Австралии. 1 сын и 1 дочь живут в городе Навабша. Его внуку Мунип Ахмаду 18 лет, он студент 2 курса. Пусть Всевышний Аллах дарует ему скорейшее и полное исцеление. После пятничной молитвы будет совершена заупокоенная молитва в отсутствии покойного Акрама. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.